Программа самозанятости граждан появилась в России с 1 января 2019 года как пилотный проект, который реализовывался лишь в нескольких регионах страны. С июля 2020 года программа стала доступна на всей территории страны. Тем самым тысячи предпринимателей получили возможность на выгодных для себя условиях вести свою предпринимательскую деятельность. Обо всех возможных привилегиях самозанятых представители экспертного сообщества говорили в рамках прошедшей конференции с жителями республики. Не все знают об этом налоге специальном, не знают, как его применять, как регистрироваться. Сегодня мы хотим раскрыть эти все вопросы, которые на сегодняшний день можно получить, обратившись в одну из инфраструктур поддержки бизнеса. На сегодняшний день количество самозанятых растет. Это более 2 миллионов по всей стране, а у нас в республике это количество на сегодняшний день составляет 943 человека. То есть каждый день их все больше и больше становится. Азамат Уртенов – веб-программист. С выбором профессии определился еще в детстве. Для него мир программирования весьма увлекателен и интересен. К тому же профессия востребована и высокооплачиваема на рынке труда. Сейчас Азамат в статусе самозанятого. И такая форма ведения бизнеса ему очень удобна. С детства любил компьютеры. Вот, лазил в интернете как-то и вот наткнулся на то, что можно сделать сайт самому. Сначала там конструкторами как-то, без знаний особо. Потом поступил в институт на программирование. Ну и уже в ходе в институте развивал этот навык, учил языки и вот решил прийти к этому. Заказов много на самом деле, и это все прям только начинает двигаться. Я считаю, что потенциал очень большой в нашем регионе, очень большой потенциал в программировании. Участники конференции получили практические рекомендации по ведению собственного бизнеса. Эксперты на своих кейсах рассказали, на какие льготы могут рассчитывать выбравшие налог на профессиональный доход, какие торговые площадки могут использовать самозанятые, как взаимодействовать с кредитными организациями, как лицензировать свою продукцию, а также узнали, как участвовать в государственных закупках и вести работу с юридическими лицами. Те меры поддержки, которые предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства, распространяются в том числе и на самозанятых. Речь идет как о финансовых, так и о имущественной поддержке. Это сюда входит возможность получения аренды муниципального имущества по льготным ставкам, льготное кредитование, доступ к навигатору бизнес-решений, и который поможет в принципе, любому самозанятому помочь разобраться и найти для себя нишу, в которой бы он себя комфортно ощущал. В рамках конференции организаторы также подвели итоги конкурса для самозанятых жителей республики. Для участия в нем достаточно было соблюсти 2 условия – быть самозанятым и снять небольшой видеоролик о своем бизнесе. Победители конкурса получили сертификаты на 50 тысяч рублей для развития своего бизнеса. Ренат Ибрагимов, Мурат Кемрюков, Архыз, 24.